Здравствуйте, дорогие дамы и господа, и добро пожаловать уже на 205-е видео-выпуск. Я не знаю, какой по счету видео-выпуск у меня, потому что я на это не обращал внимания. Но сегодня мы пойдем в такой специальный агроцентр, где можно купить рыбку и где продаются рыбки в бассейнах таких огромных. И сегодня мы посмотрим на оборудование так слегка. И какое здесь используется. И нам даже небольшую экскурсию, наверное, сделать. Я не знаю точно, но это будет новые серии про Саласпилс, новые места, где мы раньше никогда не были. Я, чтобы сюда дойти, 7,1 километр прошел пешком. Представляете, чтобы вам показать, как в Саласпилсе выглядит этот центр, агроцентр. Видите, здесь два корпуса, таких ангара больших, и здесь продается рыбка. И мы сейчас все узнаем про цены, возьмем интервью, так что все будет интересно. У латышей такая машина, которая подает кислород. Только для чего он подает, я не знаю. Но здесь эта штука находится под большим давлением, потому что даже счетчик здесь есть, стоит, видите. По трубам, наверное, воздух куда-то идет внутрь земли, или я не знаю. Это надо, конечно, спрашивать. Но вот здесь вот такой вот дворик большой мы можем видеть. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Здесь в этой будочке мне главный менеджер сказал, что здесь главный директор сидит, но он сегодня занят, куда-то уехал, и заместитель у него есть, директор. А я буду рассказывать. Да хорошо, давайте. Ну, начинайте уже. Выращиваем осетра, сибирского в основном осетра. В данном цеху у нас содержится примерно 30 тонн самок. Получаем черную икру. Получаем ее при методе сдаивания. Также производим инкубацию. Получаем как бы маленьких осетров. Можно сказать, что у нас полный цикл. Ага, вот посмотрим на рыбок. Вот видите, какие они огромные. Рыбки, это то же самое, как мы с вами ходили на робовыставку. Там были электронные рыбки, а здесь настоящие живые. Смотрите, бассейн какие огромные с водой. До воды дотрагиваться здесь нельзя, потому что здесь запрещено. Видите, сетка стоит. И посмотрим на рыбок в основном. А сколько у вас ангаров? То есть два, да? Да. И то есть можно и в первый, и во второй идти, а да? Там все так же самое, там ничего не отличается. А, ничем не отличается. А. Хорошо. А, дальше не ходить? Да, да. Ну, сейчас. А вы кормите этих рыбок? Да, вот это вот кормушки, они автоматически туда засыпаются корм. И через определенное время включается мотор и сыпет определенное количество корма. Ага, круто. О, а можно я еще посмотрю на них? Да, это сибирский осетр, как бы достигает до 200 килограммов размера и живет до 60 лет. Ух ты! Поэтому этим экземплярам примерно там 12 лет сейчас. А сколько примерно эти рыбки живут? 60 лет. 60 лет, да? Это достаточно большой возраст, но... Так, а куда вы экспортируете эту рыбу? А мы как бы доим ее, и также на всякие рестораны у нас покупают, и частные лица покупают. А в какие страны вы экспортируете, интересно? Ну, в разные. Бывало в Афганистан, на Кипр бывало, в эту... Испанию, но мы рыбой особо так не используем, занимаемся икрой. А, икрой, то есть она еще плодотворна, да? То есть выдает... Но это все самки у нас, да, это они будут давать икру. Или уже давали, как какая рыба. Ага, то есть... А как они вообще могут разговаривать между собой? У них есть какой-нибудь свой язык собственный, вы замечали? Не смогу вам на этот вопрос ответить, как бы еще не доводилось. Ага. А как вас зовут? Оскар. Оскар, да? Да. Первый потом. Сколько стоит такая рыба, вот если покупать? Именно это самки, и у них цена начинается от 35 евро за килограмм.
35 но, евро. Если желаете просто приготовить рыбу, продаем тогда самцов. Да. И цена у них примерно 9 евро с чем-то там, я точно не помню, за килограмм. Ага, понятно. А какие, а здесь в Обла, например, есть другие рыбы, кроме... Нет, вот... нет, здесь только осетры. Как бы, ну, мы занимаемся добыванием икры и получением икры. И как бы, саму икру также продаем. Цена за килограмм начинается от 500 евро. Ага, понятно, спасибо.